Парижунов. Всем привет, ребят! Сегодня мы будем делать фруктовый салат. Для этого нам понадобится апельсин, яблочко, банан, киви мою дать, киви. Еще йогурт какой-нибудь, любой сладкий. Я со вкусом клубнички взял, потому что клубники нет, сука, в магазинах нормальных. Сначала нам нужно все это почистить, конечно. А вот, кстати, у меня такой вот вопрос, нахуя вот чистить, ну, мыть фрукты, блядь, перед тем, как отрезать их? Заливаем остатки. Так, сейчас заливаем наш йогурт. У меня это Biomax. Примерно такое вот у нас должно получиться. Сейчас попробуем на вкус. Получилось очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.